А в МВД по Чувашской республике проходит акция «Общественный совет изучает профессию полицейского». Общественники уже успели ознакомиться с работой Центра управления нарядами столичного УВД. В этот раз они стали новобранцами отдельного батальона патрульно-постовой службы. Подробности в репортаже наших коллег из МВД. Перед заступлением на маршрут патрулирования новобранцы Иван Бойко и Георгий Богуславский, как и настоящие патрульные, ознакомились с оперативной обстановкой в городе. Развод провел командир батальона Сергей Филиппов. Подполковник полиции напомнил, что на вызов полицейские должны прибыть в течение 10 минут и обозначил требования, предъявляемые к несению службы в общественных местах. Наша основная задача – это в первую очередь все-таки это недопущение именно преступлений. Это связано с грабежами и нанесением побоев гражданам именно на улицах. Вечерняя смена заступает на службу 17 часов. Закончится она в 4 утра. После определения маршрутов полицейские направляются на места патрулирования. Общественников определили в стационарный пункт полиции «Красная площадь». У них маршрут движения начинается вот здесь. Здесь центр поста, Красная площадь. По обхвату это остановка общественного транспорта по композитору Воробьеву «Дом». Арбат. По словам патрульных, нести службу на заливе напряженно в праздничные дни. В будни правонарушений здесь практически нет, но за помощью горожане обращаются часто. Работают полицейские по 11 часов с двумя небольшими перерывами на питание. И опять же меня поразил личный состав, насколько они вежливы, доброжелательны и готовы помочь людям, не только как бы то, что вот мы там пришли. То есть вот общаясь с ними, они даже изучают тепло. Ну это очень тяжело. Тяжело, попробуйте, я не знаю, выдержал бы я, например. Да, ну, вот если бы один пьяный, второй пьяный, да, и надо ему вежливо, так сказать, а он начинает права качать и так далее. В следующий раз общественники будут нести службу уже на дорогах Чебоксар.